только что со сцены, сейчас вот приходим в себя, осмысляем свои ощущения. Это ваше первое выступление на чартовой, да. Да. Как вам организация самого мероприятия? Хорошая. Вы очень многословно. Как обычно. Вы, видимо, отпоите от шока, правильно? Эмоции много получили от зрителей? Вот. Шокирован человек, что вы представили? Нет, ну, а вы какие эмоции испытываете? Только положительные, здорово. Спасибо всем, кто поддерживал нас на этом радио. Что бы вы пожелали молодым музыкантам? Молодым музыкантам писать хорошие песни и не зацикливаться на радиоэфирах, вот так вот скажем. Здорово, что кто-то попадает на радио. Наверное, все рок-музыканты этого хотят, вот, но это не самое главное в жизни. Пишите хорошие песни, все, и давайте классные концерты. Мы согласны. Спасибо большое. Спасибо большое. Я хочу выразить респект, все, вы получили в моем лице своего чувака вообще, очень круто. Спасибо. Когда люди с такими лицами читают стихи, верят, что на земле будет все хорошо, и Россия непобедима. Вообще шикарный коллектив, я первый раз слышал ребят, если мое мнение кому-то интересно, считают, что они самые крутые вообще. Ну, вообще поздравляю. Спасибо. Да, самому. В общем, мама не горит, давайте, ура, поздравляю. Вот, все. Ну, сфотали нас, вот, значит, получили. Шаг назад. Да, какие молодцы вообще. Назад, шаг. Кучнее, можно? А сюда, пожалуйста. А я Цоя зафигачил, спел. Сюда, пожалуйста. Я бы купил. Наше радио. Ну, красавица. Все, пока. Спасибо большое.